Сен-Нардепа на Старошуфриче на элитном авто сбил мужчину в центре Киева. ДТП произошло поздно ночью. Пострадавший с множественными травмами госпитализирован. В свою очередь, виновник аварии с места происшествия не сбежал, заявив, что готов сотрудничать со следствием. Авария произошла на улице Шота-Руставели. На пешеходном переходе водитель элитной иномарки «Бентли» на большой скорости сбил 31-летнего мужчину. В результате пострадавший получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. За рулем авто находился сын нардепа Нестора Шуфрича. Наркологическая экспертиза показала отсутствие алкоголя или других веществ в крови нарушителя. Виновник ДТП заявил, что намерен сотрудничать со следствием и до окончания процессуальных действий не покинет территорию Украины. Он добровольно отдал свой закордонный паспорт, который был долучен до материалов криминального проведения и запевнил, что будет за первой необходимостью являться до следствия и надавать пояснения и проводить следствие действия. На этот час мера запобежного заходу ему не обиралась. В нас для этого разом с органами прокуратуры є три доби. Кримінальне провадження розслідується за цим кримінальним провадженням. Максимальне покарання до 8 років позбавлення волі. В пресс-службе нардепа заявили, что Нестор Шуфрич-младший не покидал место происшествия. В свою очередь, парламентарий распорядился оказать помощь пострадавшему, обеспечить компенсацию, в том числе и за моральный ущерб. Также в пресс-службе подчеркнули, элитное авто не принадлежит сыну Шуфрича. Машину предоставил автосалон для съемок клипа. Видео собирался снимать один из его друзей.